Муслим Гаджимагомедов. В синем углу приветствовать его соперника, представляющего Англию. Please welcome the opponent in the blue corner representing England, Clark Chiwon. Judges from Germany, Uganda, Sri Lanka, Italy, Argentina, referee Guo Zhang, China. Судьи поединка: Германия, Уганда, Шри-Ланка, Италия, Аргентина. Рефери: Гуо Чжан, Китай. Друзья, мы продолжаем трансляцию с чемпионата мира по боксу, который, напоминаю, проходит в Екатеринбурге. На очереди пара Муслим Гаджимагомедов из сборной России против Чивона Кларка из Англии. Это весовая категория до 91 килограмма. Меня зовут Сергей Фиш. И сегодня вместе со мной комментировать этот поединок будет известный боксер Мурат Гасиев. Привет всем, дорогие друзья. Очень интересный поединок нас ждет. Мощный соперник у Муслима сегодня, атлетичный. Посмотрим, как себя проявит в бою. Да, и, кстати говоря, победитель этой пары выходит на болгарина Радослава Пантелеева, который неожиданно, буквально бой назад, прошел кубинца Савона. Итак, вы можете видеть на ваших экранах Муслима Гаджимагомедова. Итак, первый раунд, боксеры в центре ринга. Чуть повыше Муслим Гаджимагомедов своего оппонента. Да, нужно сказать, что в предыдущем поединке против Дэвида Ника Муслим получил повреждение. Была гематома на лбу, но вроде все в порядке. Да, нужно сказать, что в предыдущем поединке против Дэвида Ника Муслим получил повреждение. Была гематома на лбу, но вроде все в порядке и он готов. Очень хорошие ноги нашего боксера. Двигается, не стоит перед соперником. Хорошая передняя рука. Попытается нащупать дистанцию наш боксер. Постоянно находится в движении Муслим Гаджимагомедов. Не стоит на месте. Сейчас пытался навстречу. Но пока спокойно в этом поединке. Не дает никаких шансов англичанина. Муслим только делает шаг, и он сразу делает оттяжку, и он проваливается. Вот сейчас бы хорошо доработать. Отлично, справа. Минута до конца первого раунда. Нужны повторные комбинации, потому что после каждой серии англичанин взрывается. Можно или на блок, или шаг назад, и еще раз повторно 2-3 удара. Можно одиночным, когда он не готов к этому. Вот сейчас хорошая атака. Вот сейчас был прекрасный удар. Кажется, капа вылетела у спортсмена из Англии. Или же мне показалось.
Очень хороший момент. Отличный, отличный первый раунд, друзья. Интересно послушать, что сейчас скажет в углу нашему спортсмену. Ну, судя по всему, в нашем углу пока всем довольны. Включились трибуны. Очень опасные выпады у англичанина. Правый такой размашистый. Нужно быть очень внимательным. Неприятный удар, тяжело от него защищаться. Пока контролирует ход этого поединка наш боксер. Боксер говорил до поединка, что считает бой с Гаджи Магомедовым рядовым и ничего больше. Очень хорошо навстречу справа сейчас Муслим пробил. Точно в цель. Побольше бы вот таких точных попаданий. Сейчас клинч. Полторы минуты до конца. Постоянно двигается Муслим Гаджи Магомедов. Борьба. Сейчас пытался на выходе англичанин пробить. Очень хорошо работает серийно наш боксер. Очень хорошо правая снизу. Темп чуть-чуть снизу. Вот сейчас пропустил опасно справа. Внимательно, внимательно. Правый очень неприятный у него такой удар. Ни в коем случае зевать нельзя. Очень-очень вкладывается в удар английский боксер. Итак, завершился второй раунд. Очень интересный поединок. Смотрим с вами, друзья. Очень любопытно, что же сейчас посоветуют в углу Муслиму Гаджи Магомедову. Дышим, дышим. Вы тоже подержи, подержи тоже. Сейчас. Держи. Дай мне его, дай мне его. Грелку. Давай. Нормально, устань. Не надо бежать. Давай. Давай. Это не половина раунда, особенно. Там внимательно, бежит. Внимательно. Сначала будет внимательно, потом он будет съезжать, он будет бежать. Внимательно, смотри, не оставайся, выкручивай ногами. Он кидается, ногами не выкручивай. Бежать.
Внимательно. Big round, chef. Ну что, посоветовали нашему боксеру быть очень внимательным, особенно в первой половине раунда. Пока все контролирует Муслим Гаджимагомедов. Хочет опять, наверное, мне кажется, готовит правую. Английский боксер. Попадает, но не так точно и жестко. Вот сейчас хорошо попал наш боксер. И повтор можно еще. Ничего не может сделать боксер из Англии. Уже прыгает. Ой, очень внимательно. Сейчас внимательно, сильно внимательно. Пропустил наш боксер. Поддерживают трибуны. И все, на дистанции, на дистанции. Хорошо. На голове, мне кажется, опять гематома вылезла. Ну, третий раунд, минута осталась, нужно добоксировать. Сейчас хорошо слева попал. Отлично джебом. Да, сейчас было очевидно, что снова появилась гематома на лбу нашего боксера. 30 секунд остается до конца этого поединка. Главное добоксировать сейчас без ненужных ударов. Отлично, отлично, слева попадает. Хорошо добавил туда же. Спокойно, спокойно завершить этот поединок. Отличный бой Муслима Гаджимагомедова. Подождем судейского решения. Яркие, самый яркий момент этого боя нам показывают в повторе режиссеры. Единогласным решением судей победу одержал Муслим Гаджимагомедов. Отличная победа. Поздравляем нашего боксера. В полуфинале он встретится с болгарином Радославом Панталеевым. Друзья, мы вернемся к вам уже вечером и будем комментировать первый поединок на ринге А. Это будет бой Альберто Батыргазиева против Ласара Альвареса. Весовая категория до 57 килограммов. До встречи. Dear ladies and gentlemen, this concludes the afternoon session of day 10 of the competition. We hope you enjoyed the fights and will be glad to see you today for the quarterfinals of the evening session at 7 p.m. Дамы и господа, на этом завершается дневная сессия 10-го дня соревнований по боксу. Поблагодарим вас и ждем на четвертьфиналах вечерней сессии, которые начнутся в 19:00.